Ошибка номер два – это правильная работа рук. Частенько можно встретить, когда вы, набирая скорость, руками размахиваете вперед-назад, то есть как лыжники, я это называю так. Это неверно. Вы должны полоскающими движениями справа налево и слева направо помогать себе при наборе скорости. Если вы будете махать вперед-назад, опять же, ничего хорошего из этого не выйдет. А особенно в динамике, особенно на скорости, уводя руку за линию тела, у вас разворачивается плечо и вас начинает перекручивать. Здесь как таковых упражнений нет, просто отрабатывая катание, помните об этом. Давайте покажу сначала неправильный пример. И правильный вариант на примере широкого скользящего шага, классического варианта. С правой ноги я себя буду отталкивать, на левой начинать скольжение, и руки у меня будут работать справа налево. На следующем движении с левой ноги слева направо. Показываю.